Православные верующие отметили День памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Во всех храмах прошли божественные литургии. Соборную службу священства Слонимского благочиния совершила в Силявичской церкви, освященной в честь князя Владимира. Во святом крещении Василий равноапостольный великий князь Владимир вступил на престол в 980 году. Будучи язычником, он отличался властолюбием, страстью к битвам, чувственным удовольствием, был ревностным приверженцем идолопоклонства. Но озаренный Божьей благодатью, он понял суету идольского заблуждения, познал веру Христову и в 988 году принял святое крещение, после чего уничтожил в Киеве идолов, обратил в православную веру киевлян и этим положил начало распространения веры по всей Руси. Святой заботился о строительстве Божьих храмов и жизнь свою проводил в подвигах христианского благочестия.